увеличит МРОТ. Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 января следующего года минимальный размер оплаты труда вырастет сразу на 18,5%. А к 2030 году этот показатель должен увеличиться в номинальном выражении как минимум в два раза. Отметим, с 1 января этого года МРОТ был повышен на 6,3% до 16 242 рублей в месяц. Дольше отдохнем. В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в следующем году. Уже стало известно, что новогодние каникулы пройдут без изменений до 8 января включительно. 8 марта и 23 февраля россияне отдохнут по 3 дня, так как эти даты выпадают на пятницу. Майский отдых продлится с 28 апреля по 1 мая, а предшествующая неделя будет 6-дневной. Популярный отдых. Названы любимые семейные туристические направления у россиян. Согласно результатам опроса, в июле почти 80% заявок на отдых для всей семьи приходится на российские регионы. Так, самым популярным местом стал Санкт-Петербург. На втором месте оказался Адлер. Также в список попали Москва, Ростов-на-Дону, Сочи и Казань. По контракту. В Перми открылся новый краевой пункт отбора на службу по контракту. Его адрес — улица Акулова, 7. Здесь желающие послужить на благо Отечеству могут оформить все необходимые документы. Задать вопросы можно по телефонам 237 57 20 или 117. Соликамцы могут обратиться в местный военкомат. Адресы телефона сейчас на ваших экранах. На посту. В Соликамске проверили готовность 4 спасательных постов в местах массового отдыха населения у воды. Члены комиссии смотрели наличие аптечки, жилетов, спасательных кругов, ласты, маски, а также заполнение журналов и исправность мегафона. Отметим, дежурство спасателей организовано на Крестовском пруду, берегу Камы, в районе Боровой, в поселке Тюлькино и на лодочной станции «Нептун». По будням с часу дня до 8 вечера и с полудня до 9 вечера в выходные. Работу спасательных постов будут проверять до 15 августа включительно.